И в завершении в Хандаге прошли первые майские субботники. Их провели в рамках года благоустройства, подготовки к празднованию 85-летия Тампунского района и 75-летия поселка. Подробности далее. В Хандаге в рамках объявленного года благоустройства и подготовки к юбилейным мероприятиям, посвященным 85-летию со дня основания Тампунского района и 75-летию райцентра поселка Хандыга, прошли первые субботники перед майскими праздниками. После зимней стужи на улице райцентра вышли первые участники субботников со всех предприятий и учреждений поселка для того, чтобы убрать улицы от скопившегося за зиму мусора. Большинство работников вышли на улицы без напоминаний и добросовестно принялись убирать закрепленные за ними территории. Вот уже машину собрали, вот видите, это только вот на маленьком таком участке, то есть вот возле поликлиники и вот по Карповой улице. Уже целую машину, это около 10-15 кубов получается. Я думаю, что за этот субботник, ну, кубов, наверное, 70-80 будет. Для более качественной уборки предприятия выделили транспорт и спецтехнику для вывоза крупногабаритного мусора и спиленных засохших деревьев. Первые субботники – это только начало больших запланированных работ по благоустройству не только в райцентре, но и по всему району. По концу года будут видны более ощутимые результаты, проведенные в этот год работы. А сейчас начало положено. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Андрей Гордов, НВК Саха, Тампунский район.